Наконец-то закончился этот двухнедельный дождь, который взбаламутил все реки и пруды нашего региона. Вот сегодня выехал на часок, так сказать, попробовать частично подвести итоги конкурса, который я объявил в группе ВКонтакте. На конкурсе две блесны Red Smile, такая вот черненькая и такая вот красненькая. 4,2 грамма весом. Как раз я хочу именно на эти блесна поймать 4 вида рыб. Это жерех, галавля, окунь и щука. Что из этого получится, посмотрим дальше. Сегодня планирую закрыть конкурс по галавлю или жереху. Без разницы. Первая рыба, которую я поймаю сегодня, если я поймаю сегодня, пойдет как раз для подведения итогов конкурса. Блесна Red Smile, такая оранжевенькая. Сейчас замерим эту маленькую головлишку. И, наверное, тот, кто меньше всего в меня верил, сегодня и победил. Большое измерение. Хотя какой смысл первую рыбу я поймал на другом перекате. Сейчас переехал на новое место. Посмотрим, что здесь. Пока вот первый заброс подвел. Рабочий. Здесь на этом участке головлишка мелкий. Сейчас я перейду чуть-чуть в сторону. Вот там. Там мы попробуем поймать что-нибудь посолить.